Добрые дела всегда возвращаются с Торицы к тому, кто их сделал. Накануне Дня знаний Солигорская районная организация «Белорусский союз женщин» совместно с различными организациями, предприятиями и объединениями района взяли на себя часть хлопот по сбору детей в школу. По доброй традиции портфели со школьными принадлежностями, книгами и канцтоварами вручили многодетным и опекунским семьям, а также семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями. Благотворительная акция «Соберем портфель вместе» уже 15 лет приходит на помощь детям и за это время сделала чуточку счастливее тысячи ребят. Идейный вдохновитель акции Елена Козырева в торжественной обстановке тепло поздравила присутствующих с Днем знаний. Кто-то продолжит обучаться, а кто-то пойдет первый раз в школу. И мне хочется пожелать всем вам, дорогие ребята, в первую очередь вам, конечно же, здоровья, огромного детского счастья, устремленности, конечно же, к знаниям. Мероприятие во Дворце культуры прошло в теплой дружеской обстановке. Поздравления с началом учебного года звучали в адрес ребят и их родителей. А помимо ценных и нужных подарков, гости получили еще и заряд хорошего настроения, которое дарила яркая концертная программа.